друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу вам показать куст годеции. Напомню, что годецию я сею прямо в грунт. Она не переносит никаких пересадок, поэтому в грунт это самое милое дело сеять. Отлично всходит, без проблем. Сеяла я ее и в вазон, и на клумбу. Но в вазоне она очень быстро пересохла. Не было у меня возможности приехать на дачу. Но, как вы видите, на клумбе чувствует она себя прекрасно. Снимаю видео именно сейчас, потому что боюсь, что когда она зацветет, я могу улететь на море. Поэтому хочу вот вам просто показать, что она стоит вся в бутонах. Сейчас середина июля. Сеяла я ее где-то 4-5 мая. То есть очень быстро она активно развивается. И вот так выглядит на сегодняшний день. Вот, друзья мои, сделала я последний заезд на дачу перед морем, и распустилась моя потихонечку годеция. Здесь, я так понимаю, микс, то есть разные расцветки. И когда, конечно, этот куст распустится весь, он будет очень красивый. Я надеюсь, что пока я буду отсутствовать, за 2 недели он не сбросит все бутоны, и мне будет что вам показать. Как вы видите, соседствует он у меня вместе с флоксом. Так что до новых встреч, увидимся, услышимся и пока-пока!